Всем привет! Меня зовут Алтынай, и сегодня у нас будет первый влог с Алматы. Надеюсь, что он вам понравится. Сейчас я иду на йогу. Пойдем со мной. В общем, я вышла с йоги. Чувствую себя немножко сломана, но мне понравилось. Это был мой первый урок йоги. Сейчас направляюсь в Достык Плазу, чтобы купить свечку такую декоративную. Не знаю зачем. Потом поеду домой. И потом на вечер у меня планы. Сейчас покажу вам немножечко нашей Алматы для моих зрителей из России и других стран. Посмотрите. У нас здесь все такое зеленое по сравнению с Кореей. Чтобы вы знали, у нас в Алмате сейчас нереальная жара. Я уже купила свечку. Она очень огромная. Не знаю, что мы будем с ней делать. Ну ладно, тем не менее, у нас ужасно жарко. Хотя на прошлой неделе, даже не на прошлой неделе, буквально позавчера, был ужасный сильный ливень. В общем, погоду в Алмате не понять совершенно. Надеюсь, что в ваших городах нормальная погода, а не такие аномальные вещи творятся, как у нас. Сейчас иду домой, ну и дальше по делам. Короче, мы с Армилой впервые пробуем новое приложение Uber, потому что нам его посоветовал наш друг. И, короче, да, это очень, очень неловко для нас использовать его первый раз, чем мы сейчас ждем своего водителя. Посмотрим. У нас типа должна быть бесплатная поездка, не знаю. Сейчас проверим. Посмотрим, насколько бесплатно. Здравствуйте, Армила. Что вы можете сказать по поводу сегодняшнего дня? Это он! Вот наша машина! Это она! Uber работает! Себе. Все, теперь берем свои карты. Ага. Что, это ваша колода? Это ваша колода, карта. И что потом, и что потом? Давай снимай, блин, сейчас сбросит. Тихо, тихо, это для моего влога. И не надо для влога. В одну ту сторону. Подожди, может ты включишь фары, так будет красивее, или нет? Не. Ладно. Короче, я сегодня решила снимать типа влог. Маленький. Скажи привет, тебя не видно. Включи этот. А, да. Привет, Димаш! Всем привет! С вами снова Димаш, и мы наслаждаемся видом на Алмату. Правда, ничего не видно? Ну, хоть что-то. Вот примерно так проходит мой день. Я думаю, что видео получилось очень коротким, но надеюсь, что оно вам все равно понравилось. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал и пишите мне внизу комментарии. Надеюсь, что я буду чаще снимать видео. Вряд ли вам понравятся влоги, потому что мне кажется, в Алмате влоги не очень интересные. Но все равно спасибо за просмотр. Всем пока!